Холодина, жуть, дядь Фима. Аж до костей пробрало. О, чего там в сводках? Снайпер Фрумченко подстрелил 7 вражеских солдат. И вот, трудящиеся башкири прислали фронту 6 вагонов копченостей. Сейчас бы вашу болтанку каких-никаких копченостей. Ты, Прошенька, не путай еду с лакомством. Главная солдатская пища – крупа и жир. Сальцо с пшенцом и любая работа нипочем. Ефим Никодимович, ведь на пороховой бочке сидим. Кто-нибудь увидит нас с керосинкой, так оба под трибунал пойдем. Да и вам бы следовало бы заступить на пост согласно очереди. А вот сейчас горяченького откушаю и заступлю. А как проверяющий нагрянет? На дежурстве сегодня старший лейтенант Варежкин. И удивительное совпадение, сам инструктор Катя тоже на ночном дежурстве. Ну, какая уж тут проверка. Унтерфельдфебель Хартвер, ввиду наблюдения за вражеским объектом, вы приказали разбудить вас, если на той стороне обнаружится что-то необычное. Я весь в нетерпении. Скорее всего, у русских взорвался склад боеприпасов. Обожаю предателей. Они такие изобретательные. Товарищ полковник, к вам майор Урусов из главного разведуправления. Зови. Здравствуйте, Степан Васильевич. Здравствуй, Коля. Рад тебя видеть. Взаимно. Ну, как дела? Ну как, с дороги сразу к вам.
Даже в порядок себя не успел привести. Не страшно. Лучше вы расскажите, как у нас дела. Не очень у нас дела, Коля. Сам знаешь, мы так резко выдвинулись в наступление, что не до конца оценили свои силы и кое-где вляпались. Вот смотри, вот здесь, в Ржевском районе, генерал Худояров слишком резко выдвинулся вперед. Поначалу немец отступал, но потом все, остановился и никуда не двигается. Пока мы наступали, вот это все назывался острый атакующий клин. А теперь, когда атака захлебнулась, это вот все, котел, хоть и с коридором. Насколько серьезное положение? Ну, сколько они продержатся, это сложно сказать. Ну, во всяком случае, 20 тысяч бойцов, полностью обеспечены боеприпасами, построили неплохую оборонительную линию. Вот, если чего не хватает, мы сразу организуем поставки внутрь котла по коридору. Между прочим, они даже восстановили колхоз. По весне собираются посевную устроить. Вот, вот здесь вот болото, видишь, что не позволяет немцу широко использовать бронетехнику. Серьезные аргументы. Серьезные, да серьезные. Сегодня на совещании Верховный Главнокомандующий вызвал генерала Худоярова, и после его доклада было принято решение. Операцию по деблокированию не проводить, оставить как есть. Вот этот праздничек, товарищ Вельяминов. Первый раз товарища Сталина вот так глаза видел. А как он слушал меня, простого генерала. А ты, Борис, мне такую свинью подсунул. Но я на тебя зла не держу. Иван Савельевич, я тебя предупреждал. Я буду выступать за эвакуацию армейской группы. Ну и что ты получил от своих ябед? Дулю, обильно посыпанную маком. А чего я получил? 6 кислородных аппаратов для госпиталя. И еще. Нам скоро прибудет сундучок с наградами для личного состава. Вот так. Есть другая группа офицеров, в число которых хожу и я. И мы считаем, что вывод бойцов из котла – это жизненная необходимость. В своих выводах я опираюсь на мнение начальника штаба окруженцев полковника Вельяминова. С сентября 41 года полковник Вельяминов воевал под Вязьмой. И постоянно бомбардировал ставку сообщениями о предстоящих возможных катастрофах. Не услышали. Кстати, полковник Вельяминов вывел свой полк из окружения в полном боевом порядке и знамя сохранил. Да что ты, Иван Савельевич, заладил? Награды, кислород. Это все, конечно, дело нужное. Да только не затем мы к товарищу Сталину ездили. Да услышь ты меня, дорогой ты мой человек. Те оборонительные рубежи, которые мы строим, их очень легко обойти. И тылы наши нехороши. Да прочные у нас тылы. Будь я на месте немцев, я бы обязательно пошел именно через Ведьмин лес. И Ивана Сусанина в проводники бы взял и прямо в болото. Ты не обижался, Зиновий Борисович. Я ведь тоже академию заканчивал, чужие опыты изучал. Ты думаешь, я тебя не слушаю, не вникаю, вникаю. Как все по должности и званию не приходится между двух жарой вертеться. Страшно это, Борисович. Страшно. Страшнее, чем ночью на минном поле. Думаешь, я не выступал за деблокирование? Выступал. Только меня сразу трусом называли. И многозначительно, так знаешь. Да знаю, я знаю. Только чует мое сердце, это еще не все. Не все. Товарищ генерал, разрешите обратиться. Срочно радиограмма. Разрешите идти? Идите. Читай. Что и следовало ожидать. Вот, Коля, держи. Вот в этой вот папочке все, что происходит в этом чертовом котле. Еще 2 недели назад полковник Вельяминов выдвинул предположение, что немцы получают полную достоверную информацию всего того, что происходит внутри кольца окружения. К
крот. И не просто там, какой-то кротик. 3 часа тому назад на воздух летел большой склад боеприпасов. А что там уж не собист? Есть там такой капитан Кардаш. Да, вот. Эта история отдельная, длинная и нехорошая. Потом посмотришь. Что я должен делать? Наведайся в разведшколу майора Дедуха. Посмотри ребят в деле. Выбери себе пару-тройку бойцов. И завтра в ночь с транспортной колонной двигай в хозяйство Худоярова. Даже побриться не успею. Как всегда, в качестве полковника Ипольского. Да. Как ребят переправить, сам подумай. Но никто не должен знать, что вы одна команда. И вот еще. Есть у меня внутри котла глубоко законспирированный человечек. Если дела будут совсем худые, он с тобой свяжется. Пароль запомни. Весна будет ранней, но холодной. Аккуратнее, аккуратнее! Между окнами вешать будем. Да, повыше, повыше. Пошли в атаку. Повыше. Не бежать, оружие побросать. Левее возьми. Не спите, справа. Ну и мы тоже. Товарищи герои, а давайте-ка на групповое фото. А? Да, с удовольствием. Лица посерьезнее. Для вашей газеты, товарищ Чепкис, это мы завсегда с радостью. А ведь каким мастером наш Писарчук оказался. Товарищ Сталин будто живой вышел. Да. Говорят, до войны товарищ Безгин в Большом театре работал. И с большими артистами дружил. Вы, Лидия Карповна, поосторожнее бы с товарищем Безгиным. Они люди творчества, знаете. Как бы и вас к себе на умный разговор не поманил. Ивану Савельевичу очень не понравится. Да, я была уже. Ой. А что ты подумала, Глаша? Мне же Иван Савельевич поручил руководить самодеятельностью. Мы концерт готовим ко Дню Красной Армии. Так вот там, в мастерской, товарищ Безгин с полного одобрения Ивана Савельевича статую ваяет. Да уж слыхала, что он Гитлера вылепил. Говорят, ростом с дом. Это сколько же мрамора-то пошло, а? Да не с дом, Глаша. И не из мрамора, из папье-маше. Ну а что, ну вид у врага должен быть внушительный. Будем помыкать гадам. Дадим народу праведный гнев выпустить. Один снимочек. Нет. Ты крошки с усов оботри. Вот так. Благодарю. Я бы лучше получил. Хорошенько крепи. А поп-то оказался с понятием, хоть и мракобес. Не стал под фашистскую дудку плясать. Как запел, многие лета Гитлеру Адольфу. Ну, немцы так и сомлели. А того не понимают, что многие лета он желает Гитлеру не в этом мире, а в гиене огненной. Как врагу знать рода человеческого. Добрый поп. Сознательный. Вот и спроси его. Че же он свою гиену огненную послал на наш склад, а не на немецкий? Все чертовой бабушки. А ну стой! Стой! Что ж ты, падла, делаешь? Я вам лучше не иду, а ты идем! Так не идет! Девчат, давайте! Не бойся. Хорошая моя, не бойся. Я тебя сверху. Сердце беру, от этих изрыв. А ну, товарищи, поможем! Кон-составу и жен-составу! Давай, давай, давай! И давай, не стесняйся, не стесняйся! Не боимся заброшки заморать! Давай, давай, давай! Как будто ты их чистить будешь. Чего же у нас тут такие красивые девушки-то смех месяц, а? А?
Давай! Кто такая? А? Наталья, говорят, медсестрой работала. Чё же это у нас? Медсёстры-то травишки возят. Товарищ генерал, так вы что, не заметили? Стриженная она. Нездоровенькая, что, Тим? Да не. При немцах в ихнем госпитале служила. А наш особист, товарищ Кардаш, всех несознательных, кто под немцами ходил, выявил и постричь приказал. Пошла! Давай! Приказал обстричь. Какая мерзость. Ага. А где, кстати, эта девочка-то? Товарищ Кардаш? Так с ночи еще на объекте. Да? Ну и нам пора. Поехали. Товарищ генерал. Товарищ генерал. Определите меня в госпиталь, медсестрой работать. У вас там рук не хватает, я знаю. На мое образование государство деньги потратило. Я должна делать то, что умею. Блажь ты. С характером оказался. Под немцем-то, небось, так права не качала. Шашни с шагом водить, это, конечно, подло. Только геройство, но падшими бабами указывать тоже свинство. Че думаешь-то, Зиновий Борисович? Медсестер, правда, не хватает. Ладно, приходи, спросишь старшую медсестру Лидию Карповну, спросишь, я предупрежу. Спасибо. Воздухом они уже подышали. Десяточку километров до полигона пробежали в полном вооружении. А впереди самое интересное. Хорошие ребята есть? Здесь все хорошие. Одно я могу сказать точно, плохих здесь нет. А так есть трудяги, головастики. Головастики, само собой, похитрее будут. Те каких? Толковых. Слушай мою команду. В башне укрылся диверсант. Задача. Проникнуть в здание. Обойти все препятствия как можно быстрее и без лишнего шума захватить диверсанта в плен. Враг очень опасен и может оказать сопротивление. Вы должны его взять в плен живьем. Вопросы есть? Вопросов нет. Выполнять. Кру. Гам. Бега. Арш. Молодцы. Будем служить вместе.
Моемся в поте лица. Здравия желаю, ты товарищ генерал. Да ладно, капитан, чего у тебя тут? На лицо преступная халатность, товарищ полковник. При обыске в руинах обнаружена керосиновая плитка, котелок, а также осколки бутылки, предположительно водочной. Скорее всего, часовые распили бутылку, готовили себе закуску, а потом уснули. Вот верно ты меня предупреждал, Борисыч. Не враг нас осилит, а мы сами себе в бараний рог скрутим. Но тут привлечь некого. Все на тот свет попрятались. Ну, один выживший есть. Кто выжил? Погано, у тебя разведка работает, товарищ капитан. Мне вот сразу по приляке доложили. А те, кто лишний раз на глаза станет показываться, людей по этому ешь, баб нагло стрижешь. Иван Савельевич прям со мне свой приехал. На один только хозяйство оставил, так и беда приключилась. Здравствуйте. Вы старшая сестра? Ну, я. Я в госпитале работать пришла. Работать? А ты умеешь? В гражданскую под Хабаровском пошла добровольцем в народную армию. Потом училище закончила. Бумаги у меня есть. В больнице работала. С сентября 41-го на фронте. Еще и с немцами покуркаться не успела. В какую гражданскую? Что ты врешь-то? Тебе сколько в гражданскую это было? 17. Ну, надо же! Ох, может, ты мне, Глафира, косы-то свои отрезать, омолодиться, а? Да бог с вами, Лидия Карповна. Ну, ладно, Иван Савельевич, правда, там что-то про тебя говорил. Ну, тогда в ночную смену сегодня выйдешь. Спасибо. Только ты на склад зайди, пускай тебе там халат чистый выдадут. А то у нас тут госпиталь, а не барак тифозный. Ты болезный. Рока хотел себя оттяпать, да не вышло. Это ж какая сила воли нужна. Ну ничего, брат, я это сделаю за тебя. Чисто и аккуратно. Руке-то все равно хана. Так раздробило, что не собрать. Резать надо, пока гангрена не началась. Спирт? Столько служишь в Красной Армии, а из всего великого и могучего только одно слово выучил. Какой спирт? Варенька, колите морфий. Хорошо. Я бы хотел поговорить с больным без посторонних. Здрасте, Илья Игнатьевич, какими судьбами? Я к вам, Лидочка Карповна, посоветоваться. Загибаемся мы совсем. Что так, прихворали, что ли? Да, что со мной будет? Заступись, матушка. Все миром просим. Поговори с Иваном Савельевичем. А Полтус, конюх мой, вольность совершил недопустимую. И теперь Иван Савельевич грозится забрать всех лошадей назад. А нам дрова возить надо, снаряды надо, продовольствие надо. Трехлеток не стали запрягать, не на своем же горбу. Вот, молочко. Ну, чем я-то вам могу помочь, а? Кто я и кто Иван Савельевич? Парное. Мы с ним просто добрые знакомые. Всем правлением просим, а? Да я бы рада помочь, но как?
Да вам, красавица наша, только разок бы шепнуть. А что это вы имеете в виду, а? Это ты че, Илюша, глаза кривишь, а? Ты че за пакости какие думаешь, а? Дурная башка совсем не слушается. Тик, у меня контузия. Тик. Чего тебе здесь? Чего я спрашиваю? Так, вот, товарища Тангеева должны сейчас в специальную палату перенести. Все начальство придет. Точку надо выбрать. Хочу в Малтирашке зафиксировать. Товарищ доктор, я бы хотел поговорить с больным без... посторонних. Дорогой вы мой, уважаемый товарищ, вот если он дня через три сможет утку попросить, это будет большая, безусловная удача. Какие разговоры? Вот кое-кто по углам шепчет, мол, окруженцы мы. Это ж кто таких окруженцев видел, а? Школа работает, советские организации, колхоз. А госпиталь у нас какой? Хоть всю жизнь болей. А теперь так вообще почти столица. Сам товарищ Сталин распорядился предоставить нашему госпиталю 6 кислородных аппаратов. Вот установим их в подвале, и прямо по трубам больным в палату пойдет самый что ни на есть чистый кислород. А теперь, пожалуйста, все вместе и на меня. А. Спасибо. Рядовой Тангеев, первый больной в нашем госпитале, который для восстановления здоровья будет дышать московским кислородом. Бухины. Бухине! Лида! Морфий! Срочно! Морфий, я сказал! Товарищи, покиньте операционную! Хорошо у тебя получается, Лукаш. У меня 14 ходок за линию фронта. 8 языков. Отставить. Ты теперь, Лукаша, товарищ Портнов. Так что зубные скрипелки свои заготовь, чтобы с другими ординарцами мне потом кости перемывать. Точнее, не мне, майору Урусову. Орденоносному, полковнику Импольскому, мужику Геройскому и придурковатому. Утомилась так. А еще инъекции раненым делать. Да я все сделаю, Лидия Карповна.
А справишься? Конечно. Ну, ладно. Только я присматриваю за тобой на первый раз, что ты что-то не перепутала. Итак, согласно легенде, я представитель ставки Верховного Главнокомандования и член наградной комиссии полковник Импольский. Везу в гарнизон ордена с медалями. Портнов. Я. Младший лейтенант и мой ординарец. Есть, товарищ майор. С этой минуты, товарищ полковник. Так и мне приятней, ну и вы привыкайте. А то ляпнете еще что-нибудь. Бриус. Я. Ваш сержант. Есть, товарищ полковник. Бадоев. Я. Ефрейтор. Вы оба становитесь сопровождающей нас группой фронтовых хроникеров, снимающих фильм «Пособие по ведению обороны в условиях частичного или полного окружения». Это даст возможность исчезать и появляться, не вызывая лишних подозрений. Товарищ полковник, разрешите? Я лично никогда дела с кинотехникой не имел. Ну, в фургоне есть специальная литература. Дороги изучите. Есть. А ты чего улыбишься? Думаешь, дрыхнуть будешь всю дорогу? Бреус читает и слушаешь. Научитесь хоть пленку в аппарат заправлять. Большое дело. Да я смотрю, ты спец. Только не опозорься, когда окруженцев снимать будешь. Да, кстати, нужно будет с камеры заглянуть в госпиталь. Там при взрыве склада пострадал один человечек, рядовой Тингеев Амагой Тускулович. Вот его надо поснимать и поговорить с ним без лишних подозрений. Все ясно? Так точно. Точно. Грузимся. Сколько на этого Якута препаратов извели? Ты знаешь, ты... Подожди, ты полдозы его вкали Петрову. Че ты смотришь? Делаешь, что говорят? Если бы я на лекарствах не экономила, тут уже полгоспиталя бы в ящик сыграла. А Тангееву этому жирно будет. Стой! Ты куда пошла? Иглу-то смени. Да что с ним? Ты ему что вколола-то, а? Товарищ Кардаш, а где это вы были? Я вас искал. Я был в своем кабинете. Да вы что? А я стучался, мне никто не отозвался. Насколько я знаю, я не нахожусь в прямом подчинении начальнику штаба и волен распоряжаться своим временем по своему усмотрению. Это вы верно заметили. Товарищи военные! Надеюсь, не то, что я думаю. Товарищи военные, я не могла перепутать препараты. Лидия Карпова, она все время рядом была, но вы спросите у нее. Успокойтесь. Не могли, значит, не перепутали. Что вы так волнуетесь? Разберемся. Разберемся, товарищ уполномоченный. Непременно. А с этой минуты у палаты тяжелораненого Тингеева будет стоять охрана. Сдается мне, он что-то интересное видел. Господин генерал, прибыл хауптфюрер Черни. Я ознакомился с сообщением вашего человека. У него трудности, но он найдет, как выкрутиться. Меня больше беспокоит
приезд этого полковника Ямпольского. Если действительно Сталин почувствовал какой-то подвох и прислал толкового человека, тогда это опасно. Как правило, эти представители Ставки только мешают своим генералам воевать. Пусть на него посмотрит Циклер. Он и решит, доедет полковник Ямпольский до места назначения или не доедет. А можно вопрос, товарищ майор? Ну давай, коль не глупый. Кого рожна, мы по этой дороге плетемся. Могли вчера еще на самолете прилететь, пораньше следственные действия начать. Так мы уже ведем следственные действия, Лукаш. С людьми знакомимся, с местностью. И я уверен, что это путешествие закончится дорожным приключением. Выдержка, время, в течение которого свет от объекта фотографирования воздействует на светочувствительную... Эй, как мне пленку туда заряжать? Фотографии, выдержку от... Эй! Эй, товарищ ефрейтор, осталось где-то там, в другой жизни, в хозяйстве товарища Дедуха. А на время задания я младший сержант, а вы ефрейтор. Помните, как сказал товарищ Ямпольский? Привыкайте, а то еще ляпнете чего-нибудь. Вы, товарищ ефрейтор, прямо гений кинематографа. Нет, я бы даже сказал, брат Люмьер. Нет, даже оба брата сразу. И слушай, может, сам хочешь поснимать, а? Я мечтаю. Но мне нужно читать про выдержку. Приказ товарища полковника. Так что, Бодоев, слушай. Фотографии, выдержку отрабатывает фотографический завод. Говорил я, нельзя мне сюда. Никак нельзя. Это ж, почитай, 20 верст отмотыляли. Да не по какому-то шоссе, а по чистой топе. Тут со здоровой ты ногой не обернешься. А с моим ревматизмом... А этот хрен баварский в меня своим пикалетом тычет. Да в меня 3000 раз и один... Пикалетом тыкали, когда он еще сиську у мамки сосал. Ну, а кто лучше вас, Уралыч, эти места знает? Никто. Нельзя нам сюда было. Тут, а, кикиморы уж больно до человечьего мяса ласы. Шнель! Быстро! Шнель, шнель. Кто бы уже давно без меня? Шнель. Да. Не нравится мне этот Кардаш Федор Макарович. Особист? Угу. Видишь, какая история? В конце сентября целая группа армии попала в окружение под Вязьмой. Кардаш тогда обвинил в предательстве некого полковника Луриха. Кстати, там же воевал и полковник Вельминов, с которым мы скоро повстречаемся. Он этого Луриха знал и пытался защитить. Однако в Москве поверили Кардашу и Луриха расстреляли. Разгром был страшным. Из котла вышло не более 100 000. В том числе и полк Вельминова. Ну и Кардаш тоже как-то выскочил. А он фильтрацию прошел? Да. Его показания подтвердили капитан Юзефович и сержант Видищев. Этого оказалось достаточно для полной реабилитации. К сожалению, протоколы дела Кардаша были утеряны при эвакуации фильтрационного лагеря. Да. Теперь Вельминов с Кардашом в одном котле сидят. Старые друзья. А
Я не верю, что ампулы с лекарствами были перепутаны случайно. Не верю. Ой, ну какие ампулы, Зиновий Борисович, дорогой. Вот я люблю тебя, я уважаю. Вот только не сейчас. Вот ты зашел, я ж подумал, что с транспортом что-то случилось. Это ж не дай... Да какой транспорт? Кто-то пытался убить свидетеля. Он явно что-то видел. Ну кто это мог быть? Кто? Не знаю кто, не знаю. Может быть, Наталья, новая медсестра это, а? Она что, ночь дежурила? Хотя Лидия за ней присматривала специально. Не знаю. Товарищ генерал, я настаиваю на том, чтобы провести расследование и все выяснить. Проведем. Выясним. Только давай попозже, а? Вот разберемся с полковником Ебольским и тихонько затеем внутреннее расследование. Борисович, только не каркай, я тебя прошу. Что же у меня за доля такая, а? Каркаю все время, да? Как ворон кладбищенский. В 39-м каркал, в 41-м каркал. Сейчас он 42-й. А из души только вороний клёк трвётся. Борисович!